Добро пожаловать на канал Мусалим. Сегодня мы сделали жидкие подкрылки на автомобиле Range Rover. Обработали все четыре арки битумной мастикой. Материал Chrome Cluster, немецкий. Слой толщиной 2,5 мм. Таким образом мы добились антипоры и шумоизоляции арки. Дополнительно шумоизоляцию мы усилили, в данном случае проклеив на штатные локеры такой материал. Называется блокшот. Мембранный материал. Очень хорошо себя показал. В данном случае очень эффективно в плане шумоизоляции арок. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Всем пока.